you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хочу позвать вам канал бывшего администратора Amazing Roleplay Бабай Гейм. Он снимает видеоролики по Радмир, по Amazing Roleplay, снимает будни девятки, также снимает на Мальск, поэтому обязательно подписывайтесь. Также в честь 100 подписчиков на его канале проходит конкурс. Первое место — это Mercedes V124 Волчок. Поэтому участвуйте, давайте поможем ему набрать 300 подписчиков, я думаю, он будет очень доволен. Поэтому подписывайтесь, смотрите его видеоролики и ставьте ему лайки. Давайте поддержим парня. Повторю ссылку в описании. Подписывайтесь, сам смотрю каждый видеоролик. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay. Первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови. И по названию ролика, я думаю, догадались, о чем сегодня пойдет речь. Да, время покупать новый чуваки скин. Точнее, новую одежду. И да, для тех, кто не знает, я, короче, получил варн. Это было в субботу утром, где-то в 7-8 утра. Я получил варн за ДМ, в принципе, да. Чуваки, да, я, короче, мне было, блин, скучно. Да, я знаю, это нельзя делать, мне было скучно. И я, короче, начал немного ДМить на Ямахе своей с чувачком там. Да, я не знаю, это неправильно делать, я получил по заслугам, я даже так админу репорт написал, я знал, что, в принципе, я за это меня накажут, вот, один день остался, в принципе, завтра уже у меня не будет варна, не знаю, вернусь я или нет, в принципе, в ОПГ, потому что, как бы, мне 8-й ранг не восстановят, да, кто не знает, я был 8-м рангом, кстати, чувак, блин, чувак вообще красавчик, то, что мой дом купил бывший. Прям красавчик. Ешка. Блин. Как я скучаю за своей бэхой 3S38. Эх, как бы вы знали. Ладно, не будем о грустном. Поехали новый скин покупать. Я позаработал денег на дальнобоях сегодня. Так, извиняюсь, забыл выключить долбанное радио. Не знаю, какой скин на самом деле купить. Я подкопил немного денег. У меня были деньги, но я на дальнобоях еще сегодня утром поработал. И заработал денег. Кстати, у меня фиолетовый теперь дихл. Я рулетку покрутил просто сегодня утром и выбил дихл. Выбил дихл, по-моему. Что еще я выбил? Дихла, потом 5 XP выбил и 92 тысячи рублей. Ну, думаю, неплохо, в принципе. 92 тысячи рублей, я думаю, вполне себе неплохо. Конечно, у меня хп много, в кавычках. Поэтому сейчас мы направляемся к банкомату, точнее к Анашану, там банкомат, и снимем деньги на скин. Мне нужен именно какой-то скин подходящий, потому что я хочу его заменить. На какой скин я его заменю, возможно, вы увидите в этой серии, и либо уже в следующей серии, либо когда-то там, либо на стриме, в принципе, увидите, я не знаю, когда я там стримить буду. Ну да ладно. Сейчас мы едем к Анашану, сниму бабки и поедем за скином новым, потому что этот уже, я думаю... И мне и вам надоел, потому что уже этот скин не соответствует мне. Он какой-то гопник, а за эти скин уже надо менять на какой-то более-менее нормальный. Так, вот я приехал. Так, снимем деньги. Я не знаю даже, сколько снять. Ай, ладно, снимем 200 тысяч, короче. Да, 200 тысяч снимем. Блин, лок один. Так, лок один. Садимся на нашу Ямаху и поехали... Купим себе новый скинец. Блин, кстати, эта Ямаха мне очень даже нравится. Блин, реально крутая. Мне нравится на скорости на цепа на ней ехать вообще. На дыбы, точнее, вставать. Вообще топовый аппарат, реально. Конечно, блин, хотел еще иногда продать ее и купить что-то другое, возможно, какую-то другую машину. Но, блин, не могу я. Это подарок, он у меня уже, блин, эта Ямаха у меня очень долгое время, как бы, блин. Не могу ее продать. Пока что. Не обещаю то, что я никогда ее не продам, но пока что я ее продать не могу. Как-то очень родная мне эта Ямаха. Да, как можно любить пиксельный мотоцикл, но, в принципе, вы сами знаете то, что даже я покупаю себе машину, она у меня будет надолго. На очень долго даже. На очень долгое время, поэтому как-то так. Я люблю свои машины, в принципе, я им дорожу, я их ценю. И я вот так машины, блин, каждую неделю не меняю. У меня не
по очень долгому времени, как у меня бэха была моя на основе, она у меня почти год была, понимаете? Поэтому как-то так. Давайте зайдем, купим новый скинец какой-то. Не знаю, правда, какой, но какой-то нам купить все-таки нужно. Минуточку внимания. Хочу поставить вам свой бизнес. Мой бизнес — это столовая в ПГТ Батырева. Найти его можно через GPS, 6 раздел и 9 бизнес. На карте у вас он будет отображен вот таким вот значком. Это центральная столовая Батырева «Юность». Здесь вы можете хорошо перекусить. В меню есть куриный суп, макароны с котлетами и стакан компота. Цены вполне себе нормальные. Вход, конечно же, бесплатный. Буду ждать всех. Приходите в мою столовую и кушайте. Так что обязательно приходите в мою столовую, не пожалеете. Так, скин рыжика. О, не-не-не, дорого. Так, другую сторону листаем. Ну, блин, такой себе скинец. Так, вот этот у меня был за 20 тысяч. Федя. Вот это такой угарный, конечно, ладно. Помню, как у меня раньше еще давно был этот скин. Блин, у меня прикалывал. Но уже не те времена. Поэтому, блин, этот скин тоже такой угарный просто. Так, 20 тысяч. Конечно, дорогие скины. Надо что-то такое, блин, купить. Не очень прям дорогое, но нормально, чтобы чётенький скин был. Не, негра я не хочу покупать. Точнее, афроамериканцы. Не будем обижать. Воу, такой можно скин реально купить. Но я насчет этого скина подумаю. Либо вот такой. Ладно, я шучу. 48 тысяч. Мне, кстати, скин этого ПГшника нравится. Прям... Да. Не, такое я не хочу точно. Такое мне тоже не нравится. Я даже не знаю, какой скин на самом деле купить. Подходящий, что прям был. Блин, это уже дорого пошло. А, вот такой у меня скин был вроде. Да, вот такой у меня вроде скин был еще. Я, походу, перепутал тогда. Так, 70 тысяч. Блин, ну реально... Ну, такое себе. Блин. Ну, это зашквар уже. Нет. Блин, реально нечего выбрать такого. Ну, уже по 100 тысяч пошли скины. Такой, кстати, прикольный скин. 126 тысяч. Но над этим я бы еще задумался. Так. Скин смешника. Нет. Нет. Ну, такое себе. Нет. Хотя я все равно собрался за меня скин, но... Мне скин так... Один такой понравился очень в этом. В... Как его? В итальянской мафии. Сейчас я, может, его найду. Нет, не этот пидорский скин. Вообще не знаю, он здесь есть или нету. Сейчас, если я найду, я вам скажу этот скин. Он прям мне очень понравился. Прям реально топовый скинец. Так. Скин Вузи. Блин, ну это тоже очень дорогие скины пошли, на самом деле. У меня есть, конечно, в банке такие деньги, но, блин. Дорого сильно. Так, я не знаю, либо... Сейчас. Где он? Вот этот покупать? Либо тот, какой я хотел, за 126 тысяч, вроде бы. Но это сколько стоит? Это 40. Так, вот он. Либо этот взять, конечно. Блин, я даже не знаю. На самом-то деле. Просто я не знаю, я смогу заменить его или нет. Вот в чем проблема. Вот в чем большая проблема. Ладно, давайте все-таки возьмем тот скин за 120 с чем-то тысяч. Вот этот скин. Я думал, в принципе, нужно его брать. Все, купили мы этот скин. Да. Купили мы все-таки этот скин. Хотя вроде такой скин есть в мафии, но... Я не мафия, в принципе, но я решил вот такой скин себе взять. Более-менее прикольный, я думаю, будет. Поэтому я купил именно такой
Чисто, знаете, подмажка, чисто подкосить, хотя не такое. Но кто-то знает, кто же знает, что скрывается за этой одеждой. Ёпта. Поэтому все четенько. Так, нужно выполнить утреннюю процедуру. Но все равно деньги лишние, я думаю, не будет, поэтому все четенько. Так. Где здесь банк спермы? Так, так. Так, так, так. Где оно? Давайте найдем. Вот, пацаны, как люди остаются мажорами. А вы думали, откуда у меня был Rolls-Royce, Maybach, спортзал? Вот откуда, ебать. Вот золотая жила, пацаны. Вот оно, лицо успешного человека, пацаны. Запомните. Запомните это лицо. Вот он, успех. И на самом деле, можно здесь бабки, ну, заработать. Знаете, каким способом? Здесь есть скилл. Да, чуваки, здесь есть, мать его, скилл. И я не знаю, сколько тут надо сделать, чтобы вам потом было. Я помню, на основе у меня там было... Я получил 3500, по-моему, да. Короче, здесь есть скилл, реально. Это если что, видео отмонтировалось. Вот это еще забыл за звук. Не писали, как я только что было громко, мои наушники. Я ж обосрался чуть-чуть. Совсем чуть-чуть обосрался из-за того, что было сильно громко. Реально, здесь есть скилл и здесь есть баг, какой я вам сейчас, в принципе, покажу, если у меня получится. Конечно, он успешный человек, да, золотая цепочка, золотые часы, работает хорошо рукой. Вот это работяга просто. Вот это работяга. Кстати, не обязательно, вы можете даже игру свернуть, он сам будет все за вас делать. Я вчера проверял, поэтому... Так, так, надо использовать баг. Прыгаем, короче, и нажимаем Alt. И вот, сдаем еще раз. Так можно всего лишь два раза, в принципе, сдать. Ух, ебать, вы там на пару, ебаный. Ёпту. Пацаны, вам не стыдно, ёпту? Кирилл, ты ютубер? Да. Да, я ютубер, чувак. Ты, конечно, попал в момент, когда ты там дергаешь свой писюнчик. Снимаешь? Да. Да, снимает, чувак, в принципе. Да, сейчас бы сквозь свою голову видеть. Чё он там мне интересно пишет? Привет мне передай. Антон Акерман, привет тебе. Большой тебе привет. Передал. Так, чё-то... Во. Во. О, какие губки, какие губки. Какой пацан. Ох ты, ёпта. А, передаю, короче, привет еще Владу Драйвер. Привет тебе. Чё от нас ушел? Чё от нас ушел? Да, мне вар дали. За ДМ. За ДМ, короче, мне варан дали. За ДМ. Завтра варан слетит. Может, вернусь. Завтра, короче, варн слетает, я, возможно, вернусь. Есть рецепт на калаш? Нету. Нету, кстати, рецепта на калаш. И, блин, я никак не могу себе шотган купить. Блин, ну жалко мне... Сколько он? 400 тысяч? Блин, ну реально жалко. Пиздец. Просто пиздец. Так, вот мы закончили вторую стадию. Я понимаю, что тебе надо калаш докачать, чувак, но... все, заебись. Так, нужно еще похавать, бать, людей, ебаный в рот. Конечно, дохуя, дохуя. Стой. Что? Что? Что, мой сладкий, ёпта? Так, довези до Батырева. Ну, садись. Садись, довезу, ёпта. Мне не трудно. Заодно прокатимся. Так. Мне надо хп пополнить. Так, друг, 2. Я под пенсон твой. Красавчик, конечно. Хоть ним гэшишь, блин. И то хорошо, на самом-то деле. Так, ой, аккуратно, чувак. Стой. Чё он хочет? Так, что? Сейчас Kill Game увидел. А, меня, типа, снимаешь. Так, блядь, где я там за... Так, да. Терлин Сек, привет тебе.
Блин, надо биндить, ёпта. Так. Передал. Передал. Вспомнил твой мотик. Ага, понятно. Ебать, нас скутерист обогнал. Ебать. Ебать. Гонка, гонка. Сейчас бы на рыжике подлететь, конечно, это сильно. Эшкерия, ебать. Ух ты, ебать. У нас тут гонка века, ебать. Все, все, аккуратно, аккуратно. Оп. Ой, я молодец. Ой, я молодец, конечно. Так, аккуратно. Так, тапку в пол. Блин, Yamaha на самом деле крутой мотик. Прям топчик. Реально просто топчик. Смотри, как он... Сейчас его ветром щеки сдует. Просто смотри, как он тужится. Ой, бля. Блин, на его лицо. Оу, щет. Ой, ебать. Скоро у меня мотик сломается. Ладно, за этим мы уже добатырим, тогда уже... Так, мы уже доехали, правда, он уже раз 10 упал. Я уже почти мотик сломал. Но это нормально, пацаны, это нормально. Ёбаный в рот. Так, оп, оп, аккуратненько. Проезжаем. Куда тебя? Куда тебя? К металлу или куда его? Мне до автошколы. Ебать, что, права забрали у него или что, ебать? Что за приколы? Что за приколы, ёпта? Наранай, наранай, наранай. Моя столовая. Наранай. О, кстати, похавать можно будет. Можно будет похавать, потому что мне реально хп мало. Ух ты, бодрифтер, нахуй. На елике сейчас бы боком в поворот заходить. В реальной жизни бы перевернулся бы к хуям. Хотя и тут в твой хрест нормально перевачивается. Ну, да ладно. В принципе, это, я думаю, не важно. Уже почти довезли его. Так, желтый, ебать. Оп, я дрифтер на мотоцикле. Все как надо. Так, спасибо, что воспользовались нашей компанией Yamaha.com. Обращайтесь. Окей. Ну и надо еще с лидером поговорить. Ну он сказал, типа, с первого ранга. Ну, блин, хотя бы на пятерку пусть вернет. Чтобы я в кап-составе был. Потому что, блин, с первого ранга, сами вы купаете, это будет пиздец. Это будет реально пиздец. Конкретный причем. Хочу хотя бы прошу его на пятерку, реально. Я знаю, что я виноват, в принципе, да, я дурачок, что дэмил. Я знал, что мне за это улетит, как бы. Но, блин, с первого ранга, я думаю, это будет жестко, реально. Просто, ну, какой смысл мне с первого ранга обратно? Конечно, мне там нравится по кайфу, да, но с первого ранга, блин, это реально жестко. Это реально жестко. Поэтому, так, заходим в столовую, надо пожрать. Надо пожрать, обязательно пожрать. Потому что у меня хп вообще нихуя почти нема. Так. Ага. Так, все, пожрали. Полное хп теперь. Можно теперь спокойно ехать дальше. Так, РВС через 30 минут. Бать. Выше РВС нахуй не делай. Ай, блядь, охуенно просто. Да, 30 секунд. Ебать, у них 30 секунд быстро, блядь. Пиздец, ебать его в рот. Ну ладно, на этом будем, в принципе, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, ждите новых серий. Всем пока-пока. I be crying.